То, что сегодня происходит у нас, актуально в условиях обострения глобальных противоречий, когда нарастает военная эскалация, девальвирована роль международных организаций, включая ООН и ОБСЕ, налицо попытки отдельных государств переписать историю, принизив нашу роль во Второй мировой войне, умалить значимость Великой Победы для судеб человечества. Мы сопротивляемся, это наше тоже достояние, поэтому мы не можем отдать эту победу. Но мы сделали выводы из горьких военных уроков. В Беларуси создана и эффективно функционирует система обеспечения национальной безопасности, основу которой составляют вооруженные силы. Наша армия оснащается современными вооружениями. В войска поступают новые образцы авиационной, ракетно-артиллерийской, бронетанковой, автомобильной техники и средства связи, в том числе отечественного производства. Поставлена мною железобетонная задача. Если мы хотим защититься, мы должны основные боеприпасы и оружие производить сами. Мы сегодня уже производим патроны к пистолету, автоматам. Мы сегодня уже собираем автоматы и потихоньку начинаем производить. И дальше мы будем стараться производить свое, начиная от стрелкового оружия и заканчивая самыми современными ракетами типа «Полонез» и еще лучше. Конечно, у нас нет таких возможностей, как у некоторых, но тем не менее дисциплина, исполнительность, мозги, возможность и способность собрать в кулак по копейке, и видите, мы кое-что научились делать. Это наше преимущество, и мы им будем пользоваться и дальше, производить отечественные образцы вооружений и военной техники.